В Раменском стартовал федеральный проект «Содействие занятости национального проекта «Демография». Профессиональное обучение и дополнительное образование по мировым стандартам WorldSkills. В первую очередь эта программа рассчитана на людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы понимаем, что год мы находились в таком состоянии после пандемии, и сейчас нужно активизировать как рынок труда, так и занятость населения, в том числе и нашего городского округа, помочь оказать содействие людям, оказавшимся в сложной ситуации. Поэтому занятость, переподготовка по новым образовательным программам и входит в этот проект «Содействие занятости населения». Раменский колледж является центром обучения по таким компетенциям, как поварское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, электроника, парикмахерское искусство, документационное обеспечение, управление архивоведением и мехатроника. Эти образовательные программы заявлены для граждан, находящихся в статусе безработного, граждане старше 50 лет, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет и не имеющих состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста, ну, потенциально до 7 лет. Для данных категорий мы можем помочь оказать за счет средств государства получить востребованные навыки для того, чтобы в дальнейшем определиться и трудоустроиться. На период обучения граждане могут получить стипендию от Центра занятости населения, которая проходит в количестве 216 часов в очном формате. За исключением документационного обеспечения управления архивоведения, эту образовательную программу можно пройти в дистанционном формате. Проходит итоговая государственная аттестация в виде демонстрационного экзамена. Каждый же слушатель обязательно успешно пройдет, если добросовестно отнесется к изучению данной образовательной программы и получит удостоверение, свидетельство о присвоении квалификации рабочего служащего и сможет найти себе работу в Раменском городском округе. Граждане, которые заинтересовались данным проектом и готовы записаться в Раменский колледж на обучение, необходимо выполнить простой алгоритм действий. В поисковой строке набрать «Работа в России», где всплывет окошко «Национальный проект демографии». Вход через данный портал осуществляется через госуслуги. Далее необходимо выбрать категорию, к какой вы себя относите. Затем выбрать регион, Московская область и центр обучения, Раменский колледж, и отправить заявку. В течение 15 дней с соискателем свяжется региональный оператор. Далее уже связываюсь я с вами. Приглашаю вас для беседы и заключения двухстороннего или трехстороннего договора. Так как данная программа все-таки ориентирована на трудоустройство, значит, необходимо будет нам с вами заключить трехсторонний договор. Это вы как слушатель, мы как центр обучения и работодатель, куда вы планируете пойти на работу. Есть еще один вариант – это заключение двухстороннего договора. Смысл этого договора заключается: мы как центр обучения, вы как слушатель, но в этом договоре прописывается, что вам необходимо зарегистрироваться в налог.ру как самозанятый. Прежде чем стать центром обучения, Раменский колледж провел опрос в соцсетях, чтобы понять, насколько эта образовательная программа будет востребована. Оказалось, что большое количество людей готовы получить дополнительную профессию. Поэтому мы ориентируем на выбор, ориентируем, даем возможность определиться, исходя из таких китов востребованности, личной заинтересованности, да, и предпочтения. Ну и создаем условия. Происходит это в современных мастерских Раменского колледжа. График мы оговариваем со слушателями заранее. Ну, главное желание, двери нашего колледжа открыты. А у вас будет возможность, дорогие зрители и слушатели, в дальнейшем найти себя на рынке труда. Алена Иванова, Сергей Григорьев, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».